Нечаянная радость. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое нечаянная радость? Нечаянная радость – это чудотворная икона Божией Матери, на которой изображено чудо, описанное святителем Дмитрием Ростовским. Один грешник молился Богородице и вдруг увидел на руках и ногах Бога-младенца кровь, как на кресте у Спасителя. Он ужаснулся и спросил, кто это сделал? И Богоматерь ответила, что это сделали такие же грешники, как он. После видения человек раскаялся и стал жить праведно до конца своих дней благодаря заступницу рода человеческого, молитвами которой дана была ему нечаянная уже им радость прощения и оставления грехов. Время и место происхождения первообраза неизвестны. В настоящее время икона Божией Матери «Нечаянная радость» пользуется большим почитанием среди верующих. Списки с образа пребывают почти в каждом православном храме, хотя распространение святой иконы в Москве началось с середины XIX века. Празднование иконы совершается 14 мая и 9 декабря. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!